ДТП с участием самолета в Татарстане. Водители сняли и выложили в сеть вот эти кадры. Як-40 врезался в отбойник на трассе. Казалось, что списанное воздушное судно на буксире переправляли из набережных Челнов в пригород Казани. Чтобы не мешать движению, с самолета сняли крылья. Их следом вез грузовик. Но в какой-то момент подвело крепление, и Як-40 отцепился, а затем врезался в заграждение. Пострадавших нет.